Мы находимся на одном из ведущих предприятий страны, где добывают природные ресурсы, без которых строительство многих значимых объектов просто невозможно. Сегодня предприятие «Шахтинский карьер» занимает лидирующие позиции в строительной отрасли Российской Федерации. И от этого напрямую зависит процветание нашего полуострова и, в частности, Алушты. Об этом и не только мы поговорим прямо сейчас с директором «Шахтинского карьера», депутатом Алушинского городского совета Александром Гончаровым. Здравствуйте. Я очень рада, что удалось застать вас на рабочем месте. Александр, вы уже являетесь более 10 лет руководителем такого большого предприятия. С чего начинался ваш путь и как вам удается поддерживать успех компании? И в этом году ровно 10-летие юбилей, как я работаю на Шахтинском карьере. Пришел сюда в 2009 году. Конечно, за эти годы очень многого удалось достичь. Но заслуга здесь не только моя, но и всего трудового коллектива, потому что основное все-таки это люди, это трудовой коллектив, который выполняет свои задачи. И от того, как слаженно они работают, удается добиваться тех задач, которые ставятся. Нам удалось создать более 20 рабочих мест. Когда я пришел, работало около 120 человек. Сегодня на Шахтинском карьере работает 146 человек. За 10 лет работы мы создали более 20 новых рабочих мест. А какая площадь территории? 40,5 гектаров. Но у нас два земельных участка. Один земельный участок – это карьер, на котором у нас горный отвод. Вот. А второй участок, на котором находится дробильно-сортировочный завод, административные здания, АБК, автотранспортный цех, весовая, отгрузка готовой продукции. Сейчас мы с вами находимся на дробильно-сортировочном заводе. Был смонтирован и введен в эксплуатацию новый дробильно-сортировочный завод, который состоит из перечного дробления. Щековая дробилка – это тело завода, где дробится горная масса, и по конвейерам подается на грохот, где отбирается камень подборный, который используется для строительства берега укрепительных сооружений. И дальше по конвейеру подается на вторичное дробление, где уже на конусных дробилках происходит производство щебня. За это время объем производства увеличился. Если в 2009 году объем производства составил 720 тысяч тонн, то в 2018 году мы переработали 1 миллион 890 тонн. Это самый большой показатель за весь период моей работы и вообще производства на Шахтинском карьере. Конечно, всего этого удалось достичь благодаря слаженной работе трудового коллектива. На предприятии работает очень много работников, которые посвятили этому предприятию более 30 лет. Наряду с, со старожилами работают молодые специалисты. Мы используем опыт и все, что было наработано годами. Я прислушиваюсь к мнению работников. За время работы ни один работник у нас не был уволен. Все пенсионеры, у которых есть силы и желание работать, работают в нашем коллективе. Самому старшему работнику 40-го года рождения. Газоэлектросварщик. Вот. Почетный сотрудник. Да, можно так сказать. Да? На предприятии созданы условия для нормальной работы и отдыха. Мы организована доставка работников на работу, с работы. На предприятии работает столовая, где людей кормят обедами. Все работники получают средства индивидуальной защиты, получают молоко. Мы работникам выдаем воду. Воду для сохранения питьевого баланса в организме. В летний период, когда жаркие температуры, мы вводим сокращенный рабочий день, либо у нас, когда жаркая погода, в дневное время суток, мы обеденный перерыв увеличиваем на 1 час, для того, чтобы люди отдыхали и
как бы могли восстанавливаться. На предприятии произведена специальная оценка условий труда. В общем-то, мы делаем все для того, чтобы наши сотрудники наряду с возможностью заработать для своих семей как бы были защищены. А на что вы в первую очередь обращаете внимание при приеме новых сотрудников? При приеме новых сотрудников, конечно, главное требование – это профессиональная подготовка работника. То есть если мы говорим о инженерно-технических работниках, то должно быть, конечно, в первую очередь образование. Образование профильное, либо это открытые горные работы, либо это инженер-механик. В то же время понимаю, что готового специалиста найти очень тяжело. Мы очень плотно работаем с учебными центрами. И работников всех рабочих специальностей, главное, чтобы у человека было законченное среднее образование. Мы проводим обучение, принимаем водителей, обучаемых на водителей БелАЗов, принимаем машинистов любых экскаваторов, которых обучаем для работы на карьерных экскаваторах. За счет этого у нас есть кадры, есть с кем работать, есть с кем выполнять поставленные задачи. Куда в основном поставляется ваша продукция? Учитывая, что мы добываем у нас сырье плагиогранит, которое имеет прочность 1200-1400. Материал из горных пород гранитных может использоваться практически для всех видов строительства. Это как жилье, это мостовые сооружения, это мосты, это дороги, это основания под дороги. Поэтому наш щебень используется для всех отраслей строительства, как дороги, мосты, инженерные сооружения, берегоукрепительные сооружения, и так далее. А какие программы вы используете для улучшения экологии? Конечно, очень важно соблюдать и вопросы, которые связаны с экологией. На предприятии проработан и получен проект предельно допустимых выбросов, в котором дано заключение, что мы не нарушаем предельно допустимую концентрацию вредных выбросов в окружающую среду. Кроме этого, разработан проект санитарно-защитной зоны. На дробильно-сортировочном заводе при производстве работ на вторичном дроблении работает система аспирации. Система аспирации – это пыль собирается и по рукавам, она собирается в чехлы, в фильтры, и потом вывозится. На первичном дроблении для уменьшения пыли выброса в окружающую среду условно пылеподавление. Это распыление воды под большим давлением, которое у нас на первичном дроблении и на стоковой куче. За счет этого мы уменьшили выброс пыли в атмосферу. Большое значение уделяем и поливу, учитывая, что у нас с увеличением объемов работ увысилась и интенсивность проезда машин по карьеру. Мы занимаемся постоянным поливом дорог. Для этого у нас работает БелАЗ, 20-кубовая машина, которая постоянно поливает по мере высыхания дороги от весовой до карьера. Для того, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Thank you.
Я вот считаю, что такое большое предприятие не может осуществлять свою деятельность без государственной поддержки. Так ли это, или я, может, ошибаюсь? Я бы по-другому ответил на этот вопрос. В связи с тем, что у нас происходит в Крыму после 2014 года, созданием федеральной целевой программы и определением приоритетов развития Крыма в целом до 2024 года, возникло и действует очень много новых проектов. Это строительство Керченского моста, это строительство по дороге Таврида от Керчи до Севастополя, это строительство аэропорта Бельбек, это строительство связанных с этим мостовых переходов, это ремонт дорог, это строительство новых школ, это газификация сел. Все это дало толчок к нам для увеличения объемов работ. Как я уже говорил, мы создали более 20 рабочих мест, что очень важно для нашего региона. Смогли увеличить объемы производства. Предприятие развивается. Мы для выполнения дорожных работ было приобретено оборудование по производству кубовидного щебня. Мы сегодня выпускаем продукцию с целесообразностью менее 6%. То есть это идеальный кубовидный материал для устройства дорог. Кроме этого, мы в 2017 году заключили договор и участвуем в поставке материала для строительства аэропорта. Также было куплено для этого оборудование. Сегодня от этой отметки мы должны еще опуститься на 5 горизонтов, то есть на 60 метров. С отработкой горизонтов мы занимаемся прикультивацией, которая определена нам по проекту. То есть мы высаживаем деревья, засыпаем плодородный слой. И в дальнейшем по проекту здесь должно возникнуть большое горное озеро, которое будет, наверное, украшением всего нашего горизонта. Мы сохраняем природу. То есть для нашего курортного региона это очень важно? Да, конечно, это очень важно, потому что мы, производя очень нужный для отрасли материал, мы в то же время выполняем все работы в строгом соответствии с проектом, таким образом не выходя за границы дозволенного, то есть четко в рамках определенных по законам, как по соответствии с экологической ситуацией, так и в строго отведенных границах, которые нам выделены в лицензии. После воссоединения Крыма с Россией прошло уже 5 лет. Если провести параллель между работой строительного комплекса в предыдущий период и сейчас в составе Российской Федерации, какие произошли изменения? Конечно, во-первых, Крым начал бурно развиваться. Что я имею в виду? Если до воссоединения Крыма с Россией мы в основном работали на регион Полужска-Ялта. Строилось жилье, гостиницы, отсыпались пляжи, то сейчас очень много социально значимых объектов, на строительство которой мы переориентировались. Переориентировались в каком плане? Работа стала более ответственная, потому что все эти проекты, они связаны с финансированием государственным. Федеральная целевая программа, где есть определенные графики работы, по которым работают строители. Естественно, мы должны выполнять те договорные обязательства, которые от нас потребуются. Все это в конечном итоге привело к тому, что мы за эти 5 лет у нас изменился график работы. То есть если я пришел, когда в 2009 году работали две смены по 11 часов с 8 до 8 и с 8 до 8. Потом мы потихоньку перешли к режиму работы. Была у нас длинная смена 11-часовая, первая, вторая смена была 8-часовая. То сегодня мы работаем две смены по 8 часов, и при этом объем
производство у нас не уменьшилось, мы его даже увеличили. То есть за счет производительности труда, за счет обучения специалистов, за счет минимизации потерь, то есть вот мы достигли многого, и все это произошло вот в эти 5 лет. Александр, вы разносторонний человек, и это важно. Насколько мне известно, вы еще активно участвуете в политической жизни страны и, в частности, нашего региона. С 2014 года вы представляете интересы партии «Единая Россия». Это, безусловно, сильная команда единомышленников с большими перспективами. Почему ваш выбор остановился именно на этой политической силе? Вы знаете, я даже не представляю себе, что выбор мог быть какой-то по-другой. Потому что те события, которые происходили, начали в 2013 году, еще в украинский период, и продолжали в 2004 году, мы все с вами знаем, к чему они могли привести. И то, что произошло в Крыму, это объединение народа на то, чтобы поддержка всего нашего населения, поддержка команды Государственного совета по проведению референдума и в дальнейшем воссоединение Крыма с Россией, это могло произойти и произошло только непосредственно благодаря воле и решимости нашего президента. Но в тот момент все эти события, они неразрывно связаны с политической силой партии «Единая Россия». Поэтому я, не задумываясь, подал заявление, вернее, и меня приняли в ряды партии «Единая Россия». А в дальнейшем надо было работать и делать свое дело, как на производстве, так и в общественной жизни, по развитию нашей республики. Это как дороги, это строительство новых школ, строительство детских садов, это создание новых рабочих мест, это газификация населенных пунктов, это улучшение инфраструктуры, это создание социальных условий для пенсионеров, для школьников, для малозащищенных граждан. Поэтому понятно, что сделано очень многое, но предстоит сделать гораздо больше. И все это я верю, что мы можем только сделать в единой команде. В случае прохождения вашей кандидатуры в органы государственной власти, какие первоочередные планы в работе в нашем регионе? Конечно, это решение социально значимых проектов. Это строительство детских садов. Это село Малый Маяк, это село Малореченское, это детский сад номер 12. Мы очень уверены, что в этом году будет окончена экспертиза по этим объектам, и в 2020 году начнется строительство. Это продолжение газификации населенных пунктов. Это окончание работ в селе Верхняя Нижняя Кутузовка, это село Лучистое, село Розовое, это строительство, начало работ по газификации, которое сегодня в плане развития Крыма на 2022 год, это населенные пункты восточной части Калужской. Это Солнечногорская, Малореченская, Приветная, Генеральская, Зеленогорье. Также очень много внимания сейчас уделяется это развитию молодежи. Для этого, конечно, у нас недостаточно мест для занятий спортом. Поэтому мы понимаем, что в Алуште необходимо строительство спортивного комплекса, в котором бы дети могли заниматься и спортом, и творчеством, строительство стадиона, чтобы это все происходило на высоком государственном уровне. Это продолжение развития программы «Комфортная городская среда». Это благоустройство парков, благоустройство территории, благоустройство подворов, асфальтирование подворов, озеленение подворов. Это строительство детских и спортивных площадок,
это создание благоприятных условий для, для отдыха нашего населения. Все это мы делаем для будущего наших детей во благо развития нашего муниципального округа. А на какой период рассчитана федеральная программа? До 2024 года. Но я думаю, что сегодня с развитием Крыма возникают все новые и новые задачи. Опять же, учитывая пожелания нашего населения, эти задачи формируются в новые проекты. И я думаю, что на этом развитие Крыма не закончится и будет развиваться до того периода, пока все вопросы на южном берегу Крыма в нашем регионе не будут решены. Александр, я могу предположить, что ваша деятельность занимает много времени, и это уже некий образ жизни. А как вы восстанавливаете силы и равновесие мыслей? Ну, вы действительно правильно заметили, что рабочий день длится практически 12 часов. Начинается у меня в 7 утра и заканчивается в 7 часов вечера. Но, тем не менее, я нахожу возможность 3-4 раза в неделю после работы. Я хожу в спортзал, занимаюсь спортом, хожу в бассейн. Когда у меня есть выходные дни, конечно, я стараюсь время проводить в кругу семьи. У меня сын заканчивает 9 класс. Сейчас решаем вопрос, конечно, дальнейшего обучения, но надо уделять ему внимание. Растет внук, у меня родился в прошлом году. Поэтому общение с детьми, с внуком, конечно, дает мне положительные эмоции и такой отдых. Я, в общем-то, всю жизнь занимаюсь производством в таком режиме. Я уже работаю 30 лет, поэтому работа дает мне силы, и я пока от нее не устаю. То есть дети и внуки – это и так уже ваша энергия? Дети, конечно. Дети и семья – это энергия, наверное, любого человека, потому что в семье мы отдыхаем, получаем положительные эмоции, и семья дает нам импульс для дальнейшего развития и творения. Потому что все, что мы делаем, это на благо нашей семьи, наших детей, нашего города, нашего муниципалитета. За что вы любите Крым? Я родился в Крыму, родился в городе Симферополе, и вся моя жизнь она прошла в Крыму, за исключением 2 лет службы в армии. Поэтому я себя не мыслю в другом регионе. Естественно, что мне не безразлично, где будут жить мои дети, чем они будут заниматься, какие у них будут условия для их жизни, для их развития. А Крым я люблю за то, что это мой родной регион, это моя малая родина. В Крыму я закончил среднюю школу, после окончания поступил здесь в инженерно-строительный институт. Закончил я его в 90-м году. После окончания института 20 лет я проработал в строительстве. Прошел путь от мастера строительного участка до главного инженера большого объединения. А с 2009 года возглавляю акционерное общество «Черхинский карьер», где также мы производим материалы для развития нашей строительной отрасли. Насколько мне известно, Александр Гончаров открыт к диалогу с народом. А как он относится к своим сотрудникам? Ну, вы знаете, за все время моей здесь работы, я здесь уже 5 лет работаю, жалоб, как бы, нареканий никаких не было. Зарплата стабильная, то есть всех устраивает. Ну, я именно свое мнение выразил. Все вовремя, как бы, поэтому вопросов нет. Работаем, идти никуда не хочется дальше. То есть по отношению... По зарплатному, мне кажется, здесь в ближайшем районе лучше не найти. Ну, вот так вот. А как вы добираетесь на работу? На машине, на автобусе, когда как. То есть с этим тоже нет проблем? Нет, автобус возит регулярно, вовремя все. То есть,
Как руководство вообще вопросов нет? У вас достаточно сложная специфика работы. В чем заключаются ваши обязанности? Я водитель БелАЗа. Также на водовозке, на БелАЗе, на... Все, как остальные, выполняем свои обязанности. Работа, конечно, немного пыльная, но привыкаешь. В чем заключается ваша специфика работы и какие условия? Моя специфика работы заключается в том, что я работаю кладовщиком. Занимаюсь отдачей топлива машинам, смазку и еще диспетчером. Выпускаю машину на линию, выписываем путевые листы, и такая у меня работа. Руководство сотрудникам нашего карьера, именно Сан Саныча, очень прекрасно. Мы получаем всегда спецодежду, есть у нас и столовое, комплексное питание, вовремя выдается рукавицы, мыло, когда задержек по зарплате нету. Здравствуйте, девушки. Добрый день. Очень удивлена, что здесь работают и прекрасная половина человечества. Ваша специфика работы достаточно сложная. Какое отношение руководства к своим сотрудникам и какие условия работы? Наше руководство о нас заботится, и, как видите, у нас достаточно уютно здесь, в помещении. Не жарко, благодаря тому, что кондиционер работает. Вода без проблем всегда доставляется, как есть, и водоснабжение, водоотведение, то есть достаточно уютно и комфортно. Столовая у нас с 12 до часу обслуживает весь рабочий персонал, кто желает. Есть, конечно, люди, которые сами готовят и сами с собой берут. Для тех, кто питается самостоятельно, у нас тоже есть помещение, где можно разогреть, присесть, покушать, холодильник. С этим делом проблем вообще нет. В основном график работы у нас с 8 до 5 дневная смена и с 5 до часа это ночная смена именно производственного процесса. Чтобы была продукция на каждый день, мы работаем в две смены. А в чем заключаются ваши обязанности? Моя обязанность заключается в том, чтобы ввести в данные по машине перевозчика и отслеживать грузоподъемность. Деньги, если есть на ферме, чтобы не упустить тот момент, когда они заканчиваются. И, конечно же, сама отгрузка, правильно оформить ПТН, в зависимости от фракции, направления, ну и, естественно, фамилия водителя. То есть моя непосредственная обязанность – это именно обслуживание рынка. Вот сейчас у нас как раз заезжает. Данные талончики мы подаем для того, чтобы водитель правильно загрузился именно той продукцией, которая необходима. Юля, а как вы добираетесь на рабочее место? Я, например, живу в Алуште, и нас автовокзала забирает служебный автобус. Он, получается, по всему городу проезжает и в центре, и собирает всех сотрудников и привозит сюда. И также и доставка домой тоже, и дневную, и ночную смену. То есть у нас есть транспорт, который принадлежит компании, и нас доставляют беспроблемно. То есть мы не сами пехом. Шархинский карьер сегодня является ведущим предприятием не только в Крыму, но и в стране в целом. Благодаря таким предприятиям мы можем рассчитывать, что наш город выйдет из дотации. Шахинский карьер является бюджетообразующим предприятием муниципального образования города Калужки. Мы в 2018 году заплатили налоговых отчислений более 200 миллионов. Если быть точным, 246 миллионов – это без аренды земли. Есть ли человек, которого вы можете назвать своим наставником или учителем? Для меня в 1999 году, когда мне пришлось сменить работу в связи с развалом и упадком строительной отрасли, я пришел в новую строительную компанию и проработал более 10 лет под руководством Владимира Андреевича Константинова. Я считаю его своим наставником и учителем в плане отношения к поставленным задачам, в плане того, как доводить делать до конца. И сегодня в своей работе, как в общественной, так и в производственной, я ориентируюсь на этого человека, который всеми своими делами
показывает, что человек должен развиваться и идти постоянно к достижению какой-то цели. По вашему мнению, каким должен быть ориентир мужества, доблести и чести? Ориентир мужества, доблести и чести, наверное, это наши предки, это наши деды, прадеды, родственники, которые всей своей жизнью показывают нам, как нужно жить, работать для развития нашей Родины и, в частности, нашего региона в Республике Крым. А чем должен обладать достойный гражданин своей страны? Достойный гражданин своей страны должен, наверное, прежде всего любить свою Родину. Человек должен быть воспитан в уважении к старшему поколению, к тому месту, где он поживет, потому что без уважения, без заботы о близких, заботы о старшем поколении, о пенсионерах, о помощи, я считаю, без социальной поддержки тех слоев населения, которые сегодня в этом нуждаются, настоящий человек не может пройти мимо. Я думаю, что это очень важно. Очень важно это нравственное воспитание человека, его социальная позиция, его как отношение к событиям, которые происходят сегодня в мире и в нашей стране. И все мы должны сегодня понимать, что понятно, что делается очень многое. Но если бы ситуация в Российской Федерации складывалась по-другому, то многие вопросы, которые были приняты в федеральной целевой программе в 2014 году, уже бы были решены, сделано гораздо больше. Поэтому, но тем не менее, мы верим в то, что и то, что Крым будет развиваться, и наша жизнь будет становиться все лучше. И жить нам будет гораздо удобнее в этой стране. Есть такая хорошая фраза: дети – это продолжение нас. И от того, как мы их воспитываем, зависит наше будущее. Вот я, например, считаю, что это не просто слова. Это некая философия нравственного развития подрастающего поколения или даже состояние души. Но, к сожалению, к большому сожалению, в современном обществе здесь имеется пробел. А что вы думаете по этому поводу? Ну, я считаю, что развитие и становление человека начинается с его рождения. И здесь, конечно, имеет большое значение, ну, все этапы развития человека. Определяет, конечно, семья, где человек начинает ходить, говорить первые слова, и то, какая ребенку при его развитии и какая любовь отдается в семье, как он воспитывается. Если человек воспитывается с уважением к старшему поколению, к уважению к природе, сохранение природы, оберегать старших, помогать слабым, тогда человек уже, приходя в детский садик, у него какие-то есть понимания, которые пока, наверное, они у него передаются на уровне инстинктивном. Дальше же происходит формирование. И семья, мне кажется, должна на всем этапе взросления ребенка, вплоть до окончания школы, это минимум, обращать внимание, следить, чем он занимается, какие у него увлечения, с кем он общается, что его интересует. Если вот эта вот неразрывная связь человека и семьи, родители не забывают об этом, находят время, то я уверен, что вырастает нормальный, достойный человек, за которого никогда не будет стыдно. На что важно обращать внимание в условиях ускорения современного мира? Да, действительно, современный мир очень разный. И сегодня я считаю, что то, что произошло в Крыму в 2014 году и в целом в Российской Федерации, это сплотило и объединило весь наш многонациональный народ. И сегодня, после этих событий, в частности, в Республике Крым, где проживает очень много национальностей, у нас нет конфликтов. Мы работаем все на благо нашей республики. У нас люди
друг к другу относятся с уважением. В школе дети сидят за одной партой, и никто не говорит о том, какой он национальности. Когда мы начали входить в российское правовое поле, очень много специалистов, в частности, которые курируют и контролируют наше производство, в частности, очень много специалистов было с материка. И общаясь с ними, вот, я от многих, да почти от всех, было высказано мнение, что этот шаг, это решение, которое привело к воссоединению Крыма к России, оно было воспринято всеми гражданами нашей страны очень позитивно. То есть это объединило на самом деле наш народ, что бы ни говорили там разные элементы, которые говорят, что это правильно или неправильно. Поэтому в условиях современного мира я считаю, что развитие сегодня в России – это единственное правильное. Когда все национальности равны между собой, у всех есть право на труд, право на обучение, право на получение профессии, право на создание семьи и право в жизни под мирным небом. Александр, спасибо вам за такой достаточно откровенный диалог. Я надеюсь, что наши зрители сегодня получили информацию для размышления. Пожалуйста, мне очень приятно, что вы взяли мне интервью и позволили поделиться теми проблемами, которые волнуют наше предприятие, и дали мне возможность рассказать о жизни нашего коллектива. А спасибо. Я вам желаю, чтобы ваши силы никогда не заканчивались, потому что впереди еще очень много задач стоит. Ну все, спасибо. Удачи вам. Хорошего дня.